Я временно выключал камеру, потому что мне нужны были две руки, чтобы не загудеться круче. И стою, отдыхаю, жду Колю. Нам осталось пройти еще небольшой участок склона. Если мы сорвемся, мы загудем довольно вниз, глубоко. Тут очень такое суглинок, очень такой сыпучий, и можно вполне оступиться и упасть. Берцы очень выручают меня, их рифленая подошва позволяет цепче. О, вот нам осталось еще метров 15, преодолеть 20, и там, насколько я понимаю, искомое место. Да, у нас снова включена запись, и мы лезем дальше. Так, вот такой спуск. Корневища повалены в деревья. Надо перебраться через этот ствол. Так. Вот мы находимся под этим обрывом. Так, как же. Опа. Не могу. Древняя ржавчина. Так. Вот. И мы тут нормально. Бля. Не упал. Давайте мы стекло уберем. Сейчас вверху сбросим. Надо. Живой? Живой, ступился. Да, знаешь, по такой сложности склону мы еще и лазали, по-моему. Ага. Я вообще удивляюсь, как я. Ну все, так, вот. Ну вот где-то тут. Сейчас мы начинаем искать тот вход в пещеру. Что я пока... Осторожно. Не видишь? Ну, где-то там. Может быть, она ниже. Песочек пошел. Сейчас сложнее. Сейчас я... Старинный кирпич. Тут крапивы нету. Тут хмель растет. Хмель растет перед дворцом, а под ним хрустальный дом. Белка там живет ручная, да затейница какая. Белка песенки поет, и орешки все везет. Нам орешки надо... непростые, и скорлупки золотые. Ядра чистые, изумруд. Слуги белку стерегут. Надо туда. Мы тут не пролезем. Ой, нам хана. Вот туда, вот видишь, там такой чище склон. Понял, проходим. Да ты оптимист, я смотрю. Знаешь? Просто тут акация. Вот. По низу мы не проползем. Соловей нам насвистывал. Потому что за нее схватиться опасно. Шипы. Вот. Там предполагаемый вход в пещеру, но сверху мы не можем спуститься, поэтому мы лезем в обход. Я сейчас выключаю свою камеру, чтобы помочь Коле влезть. Руку, руку. Сейчас, сейчас. Секунду, давай. Извини, я еще ноги не... Так, куда ты тянешь? Ну лезь. Подожди, а у меня тут ноги. Вот, хватайся за ствол это. Вот это, секунду. Подожди-ка. Давай! Спасибо! Есть! Ты силен поднять. Чтобы тут слой железистого песчаника, как на Кирилловских высотах. Вот он, родник.
Ой, это ровный склон, с которого я чуть не упал. Ну что же, вместо пещеры мы нашли родник.